Это Заполярье. Суровый край морозов, долгой полярной ночи и вечной мерзлоты. Но как богата эта земля металлами, углем, газом и замечательными людьми. Они живут делами и планами всей страны и готовятся достойно встретить 26-й съезд Коммунистической партии Советского Союза. С этих заводов страна получает сегодня уже в счет 11-й пятилетки ценнейшие цветные металлы, о которых вы читали в учебниках. Никель, молибден, платину. Природный газ, а его здесь тоже много, дает тепло и свет рудникам и заводам. И всему городу Норильску. Забота о детях – одна из главных и постоянных забот нашей партии. Здесь тепло и уютно, а за стенами этих оранжерей и этого бассейна минус 40. В Норильске стараются делать все, чтобы люди как можно меньше чувствовали, что они живут в одном из самых отдаленных, самых северных городов мира. Это детское кафе любят и родители, и ребята. Здесь его в шутку называют ночным из-за долгой полярной ночи. 30 лет прошло с тех пор, как на вечной мерзлоте был заложен этот заполярный город на 69-й параллели.